давно мы придумали тест на молодость. И реально каждый раз мы ставим перед собой задачу поддержать эту планку. Поэтому, ребята, нам с вами 15 лет. Я вам советую, типа, отдыхать до последнего в этой песне, пока уже, ну, не настанет тот момент. Надо сдерживаться, да. Приятно сдерживаться, вы спеть, вы можете это сделать.
Берлин. С другой стороны, ем вокруг пустора, вокруг тепло и мило. А могла бы так и не уехать из Нижнего Тагила. В Перми, мне пишут, типа, приходи пораньше. А я их уже успел заебать заранее, пару лет назад, и в итоге они уже ко мне привыкли. Дело закончилось тем, что я теперь проверяю билеты и задумался, реально, нужна ли мне основная моя работа. Потому что есть группы гораздо круче, интереснее, но, правда, пока за это сам платил, но мы договоримся, Вера. В общем, теперь сама матрушка. За строчкой. Мы не ограничиваемся точкой. У каждой свои рифмы и рвущиеся к свободе рифмы. Делай, что нравится в душе от этого. Душа от этого охраняется. С другой стороны, можно выйти на ритм забить. Ведь любовь в группе надо как-то проявить. А, и все это в 12-й раз сказать. Он со сцены первую вновь обнять. Себе позволить. Вот. И мы каждый раз их на концерте видим, они уже нам как друзья, и мы такие, давайте, ну, как бы, делом их займем. Вот. И теперь они уже третий город вот реально проверяют у вас билеты, ставят вам блесточки. Вот это красота! Кто-нибудь еще хочет платить нам за концерты и работать на нас? Если да, то, пожалуйста, пишите мне в Инстаграме. Бросайте мужей. Прочитай бумажку! А, бумажка, у меня бумажка. Про себя!
память? Можно. Давайте после. Просто не уходите после концерта. Сейчас уйдем, вы нас покричите, мы придем, но мы же тщеславные ублюдки, мы хотим, чтобы нас позвали, и мы такие, ну сейчас, ну, давайте поиграем в эту игру, ладно, чтобы каждый из нас был удовлетворен, вот, и мы вам споем новую песню.